Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать. Продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. И сегодня у нас будет троллейбус, да еще и гармошка ZIU-6205. Прокатимся сегодня по карте Кострома 2016. Это у нас карта города Костромы с реальными автобусными и троллейбусными маршрутами. Давайте-ка пробежимся по троллейбусу. Значит, вполне неплохо. Для этой игры сойдет. ZIU-шка, да, значок прикольный, все классно. Очень много всяких вот лючков, да, с внешечки у нас. Ну, это троллейбус, у них всегда вот это вот было. Но они, к сожалению, функции никакой не несут. То есть, из них ничего не лежит, никакого колхоза там, да, как мы привыкли. В общем, в этом плане здесь пусто. Но в целом все выглядит довольно неплохо. Соблюдая дистанцию, износ 1 метр. То есть, все как бы, это все по канонам, да. Вот где-то, видите, открывается, где-то нет. Ну, даже давайте удостоверимся, да, что там ничего нету. Там реально... Пусто. Ну и, собственно, вот все с внешки. Давайте переходить уже непосредственно в салон. Это наш салон троллейбуса. И опять почему-то низкий FPS. Раньше такого реально не было. Давайте сразу проверим люк. Ля, какой звучок. Ну, нормально пойдет. Так, как его нам закрыть? Ну ладно, закроем потом. Вот. Так вот он примерно у нас выглядит. У меня трекер, поэтому как-то вот все нестабильно с изображением, все дергается. Сидушечки, да, текстура на полу как просто черная, тупо просто черная как бы. И здесь у нас, кстати, шильд какой-то. Акционерное общество троллейбусный завод и ВИН. 92 года у нас троллейбус. Во как. Кайф. Далее, значит, вот так вот здесь все, давайте форточки проверим. Вот наша гармошка, сама гофра. Форточки, да. Ага. Работают, куда они денутся. Так, это не то, это вид. Ну и, собственно, тут как бы дальше там не продвинуться уже просто-напросто. Поэтому давайте уже, собственно, переходить за руль данного троллейбуса. Так, народ, мы за рулем. За замечательным рулем. КамАЗ. Но это в реале. Было реально так ставили, как бы. Чуть попозже поговорим, да, за троллейбусы. Вот так все выглядит. Здесь у нас вот имеются какие-то коврики. Коврики какие-то, в общем. Ну, так вот текстурки кое-где, конечно, не очень. Но для этой игры пойдет. Как бы так вот прокатиться, да. Пойдет. Давайте, не знаю, начнем сверху. Тут у нас здесь расписание. Я уже все выставил. Маршрут будет третий сегодня. Вот тут открывается, но здесь ничего нету. А вот здесь уже есть в депо. Да? Смотрим, как оно выглядит. Вот в депо, пожалуйста. Но мы это уберем. И имеется вот табличка. Вот, как раз наша третья. К сожалению, таблички нужно рисовать самим, так как ничего у вас здесь не будет выставляться. Поэтому рисуем все сами с помощью пейнтов и фотошопов. Дальше давайте все, не знаю, рассмотрим как-то или запустим вначале. Давайте вначале запустим. Значит, как производится у нас тут запуск. Так, сзади у нас имеются два автомата. Мы дергаем вот эти два сосочка. Нет, подожди, вначале мы дергаем. Питание. Потом. Ну или вначале, по идее, надо вот рога поднять. Вот. Дальше. Ну, у нас как бы автобус и без них поедет, но просто как бы надо соответствовать ролеплею, так сказать. И вот этот сосочек. Дальше. Там все включили. Включаем БКС и осушитель. По сути говоря, все. Пускаем ручничок. И мы можем уже, по идее, трогаться, но... Нам нужно мотнуть время. И только тогда мы сможем с вами стартануть. Итак, время перемотано. И вот теперь мы можем непосредственно стартовать. Остановка у нас не здесь. Тут у нас типа конечная. Отстой. То ли что-то такое. Ну, выезжаем вот сюда. Ну, что касается звуков. Звуки здесь вообще своеобразные. На самом деле. Ну, крутые. Реально, как в настоящем троллейбусе. Как в настоящем троллейбусе. Так, пассажиров чего-то нет. Обычно тут уж всегда есть.
Так, а нет, вот один стоит. Открываем все. Поворотник у него, кстати, сами не выключаются, поэтому приходится вручную делать. Я переднюю дверь, короче, не открываю, я открываю задние двери. Вот. И, пожалуй, мне этого хватит. Ну, в принципе, логично. Время-то обед. Никого нету. Это мы дурные в обед поехали. На рейс. Включаем ручничок. Стартуем потихоньку. Ну, едет он достаточно плавно. То есть, как бы, он полностью... Исправен, да, у него все работает, у него все, пожалуйста, там вот свет, не свет есть, все, вот, пожалуйста, подсветки. Так, маршрут у нас сегодня где-то 25 минут. Нифига себе, вот это стиль. Ну, кстати, трафик прописанный уже, то есть париться не надо. В этом плане все, как я люблю. Давайте, пожалуй, мы все-таки свет выключим. Ага, уже не выключим, походу. Подсветка так и будет гореть. Что сказать по карте? Карта ничего, нормальная. Не совсем как бы... говно, но и не самое лучшее. Но атмосфера города, естественно, чувствуется. То, ребята, с Костромы, пишите комментарии, похоже или нет. Потому что я в Костроме, естественно, не был. Вот. Но если у вас какие-то трудности с запуском этого троллейбуса, то есть вся инструкция в самом моде идет. Естественно, ссылочки я оставлю в описании. Без этого никуда. Все сможете скачать, ознакомиться, поиграть, покататься, поработать на замечательном троллейбусе. У нас, видите, даже мелочница есть. Но я сегодня без оплаты не хочу вообще париться. И так гармошкой. Я с гармошкой вообще никогда не ездил. Ну, естественно, когда только тестировал, тогда и ездил. Вот, а... Чего ты орешь? Воздуха мало, что ли? А так, с гармошечкой считай, что у нас первое видео вообще. Но пока я справляюсь. Пока все хорошо, пока все окей. Ямки, колдобины, рекламные щиты. В общем, да, атмосфера города чувствуется. Естественно, деревяшка какая-то посреди города. Это, блин, во всех городах России норма. Ну что ж, давайте я вам подлечу немножечко про троллейбусы, да, как я, собственно, на них ездил. Были у нас троллейбусы одно время в городе. Ну, как одно время? Очень долгое время. Катались они в нашем замечательном городе с 2006 года. Примерно 10 маршрутов у нас было. То есть вот зиушки такие же ходили, ходили шкоды, АВМЗшки. Выглядели они, конечно, прикольно. Вот я если поищу фотографии. Подожди, а почему у нас, смотри, что-то с поворотниками, да? Поворотники перепутаны, что ли? Точно, я включаю левый, у меня правый. Но это, может, я закосячил где-то что-то. Так, поехали, поехали, поехали. Не тупим. У нас ведь расписание все-таки. В общем, выглядели они реально круто. Вот, бляха, муха. В таких расцветках прикольных. Короче, вы видите на своих экранах сейчас. Это просто что-то с чем-то. Но что касается гармошек, гармошек у нас не было. Вот лично я не припомню ни одной гармошки. Именно троллейбуса. В общем, короче, эта вся тема у нас с троллейбусами продержалась вообще недолго. В 2007 уже году там остался один маршрут, большую часть убрали. А в 2008 вообще, короче, окончательно это все закрыли. Очень было печально. Проезд стоил 5 рублей. Вы только вдумайтесь, 5 рублей стоил троллейбус, 4 рубля стоил трамвай. И
6 рублей стоил автобус. И на троллейбусах было вообще в кайф кататься, так же как и на трамваях. Вообще сел и не паришься, блин, и кайф, и едешь с кайфом реально в таком атмосферном троллейбусе там или же трамвае. Но, к сожалению, убрали, в общем, все провода все порезали, все убрали. Оставшиеся в ЗТМке уехали в Нижний Новгород, они какое-то время у нас были там, да? Напомню, на третьем маршруте у нас ходили. Вот. Вспоминаю, что какое-то вот время я жил рядом с трамвайным депо, троллейбусным депо. И каждый раз, вот проходя мимо троллейбусов, они уже там все стояли на приколе, короче, их потихонечку уже начинали пилить. А я все думал, вот бы они вернулись, какой же был бы кайф, да? Но, к сожалению, все. Все распилили. Такая была надежда, что они еще вернутся. Так, задняя не закрылась, да? Ну, трафик не весь, конечно, здесь прописанный. Есть и дефолт. Блин, почему я цепляю бордюр? Вот я не цеплял, реально. Вот как на видео, вот так начинается. Начинаются какие-то просадки, блин. Веселуха вообще. А вы, если, короче, знаете какие-то автобусы... Вот, фу, ты, ёперный театр, троллейбусы на ОМСе, то пишите в комментарии название, я посмотрю, и если мне понравится, мы на этой карте, естественно, прокатимся. Но вот пока это единственный хороший троллейбус, который я нашел для этой игры, и он мне реально более-менее понравился. Воздух ушел. Но это, конечно, будет здоров. Ну, как и в жизни все, на самом-то деле. Все, как и в жизни. 16 градусов тепла, пассажиры не жалуются, но их и мало. По большому счету. Ну, гармошечка более-менее здесь нормально отрабатывает. Такая она, конечно, не идеальная. Это такая. Да нет, нормальная, в принципе. Ну, как и в жизни, как и в жизни. Не, реально передали атмосферу. Он, конечно, такой весь вылизанный троллейбус. Можно ему чуть-чуть как-то вот, не знаю, запечку какую-то, ржавчину, может. Тут какие-то, может быть, скинов других цветов. Возможно, это бы смотрелось еще куда круче, но в принципе меня устраивает. Вот особенно мне здесь нравится руль вот этот, это вообще просто атас. Это просто атас. Так, нормально, нормально. Не вписались, ну потому что тут вот стоят. Я-то ездил, вписывался везде. Чинаречья, магниты. Все как в жизни. Тормозим. Даже само собой тут как бы не будут эти вот рога, да, именно по проводам идти, потому что тут как бы это не реализовано особо. Смотри, сколько народу заходит сразу. Да. Мы еще и встали, то жопа торчит, можно было протянуть вперед. Ну да ладно. Так, все, да, мы опаздываем, поэтому давайте, давайте притопим на троллейбусе, а? Где же еще повтапливаешь на троллейбусе, кроме как в этой игре? В этот раз я забыл что-то показать приборы, кстати, но тут особо ничего такого, то есть как и везде все. Я думаю, можно вообще этим больше не заниматься, и меньше времени у нас будет уходить на обзор автобуса. Больше времени на езду. Дабы не утомлять вас. Так, тормозим. Все, да? Кстати, что у нас здесь по двигателю? По двигателю у нас здесь ДК 211 Б.
МУ-2 мощностью 170 киловатт, 3200 оборотов в минуту. Теперь вы знаете, и теперь и я знаю. Ну, в целом, да, нормально. Вот эти шторы хотя бы, конечно, то, что добавили, уже кайф. Атмосферы добавляют, таксишка. Ой, как здесь проседает, ну это норма. Вот шторки, вот это нормально, нормально, что это есть. Все-таки не в пустом троллейбусе кататься. Прям реально пронизает ностальгия какая-то. Жалко, конечно, что убрали троллейбусы. Замечательный был транспорт. Здесь налево, да? Да. Ну давайте пробовать. Поворот такой, конечно, не очень удобный. Но думаю, мы справимся, да? О, какой красавец. Какой цвет у него, фиолетовый. Это же тоже зиушка какая-то, да? Здесь в карту вшит какой-то троллейбус, но он мне вообще не зашел. Как бы так, на стриме, может быть, можно было бы покатать. Но пока стримами я не хочу, по-моему, заниматься. Так, никто, да? В принципе, по расписанию мы с вами выставились. Поехали. Что-то я не припомню в троллейбусах кнопки для пассажиров. Ну хотя бы звук есть. Ладно, не лампочка, но звук хотя бы есть. Кнопка Спартак. Да не, кайфовые звуки вообще. Скрипит, звенит, все как надо. По приборам как бы здесь что? Вот, вот могу сейчас показать, да, все, свет, печка, табличка, все остальное прочее. Приборы все, манометры, спидометры, да. Индикаторы, воздух, аккумулятор. Пока все равно стоим, так что бы не показать-то. Дворник его, давайте проверим, как работает. Как в пазике дворники. Ну, все по стандарту, в общем-то говоря. Все по стандарту. Гитара камазовская. Воздух ушел. Надо было, по идее, покачать воздух, постоять. Но хотя я время мотнул, он должен был сам накачаться. Да, прикольно. Бесит то, что поворотники не выключаются. Ни автоматом, ни когда ты сам на них нажимаешь. Здесь опять же лагучее место какое-то. Кострома. Опять перед расписанием прилетели. Ай-яй-яй. Что ж меня к этим бордюрам-то тянет, а? А, ну форточку, кстати, не проверили. Нормально, работает. Козырек тоже работает. Вот, можно в процессе все проверять, короче говоря. А дверь вот что-то нифига. Надо будет снутри проверить. О, нифига себе, вот этого я не знал. Мы здесь имеем доступ. Прикол. Так, ну ладно, поехали. Че, минута погоды не сделает, но потихоньку. Так, и че? Ага.
Поехали, пока светофор, тудым-сюдым. Дядька, ты к нам? Дядька еще к нам. Запустим. Все, больше никого не ждем, поехали. Пока зеленый. Тапочку придавим с легонца. Люк открыт, так еще и звук такой гуляет. Тут так-то потише на самом деле, улицу не так слышно. Люк просто забыли закрыть. Ну да ладно, вот они красавцы летят. Ну, тут реально, короче, карта для троллейбусов. Банк ВТБ. Так, сейчас посмотрим, что там нам осталось по остановкам. Даже можно как-то вот так. Ну, половина. 25 минут. Да, 25 минут идет рейс. Так, мотнулись. Здесь мы прямо пролетаем. Ну так, довольно узенько на самом деле. На гармошке не особый кайф. Но и на чем-то длинном здесь тоже будет неудобно. Быть может, на какой-нибудь газели, да. Ух, как разогнались, аж ППС проседает. Ну, смотрите, памятники есть. Уже кайф. Так, перестраиваемся. В наглую прямо просто. Что-то как потянем вот так. Угу, воздух опять ушел. В общем-то, все играбельно. Карта играбельна, автобус, троллейбус, то есть тоже. Еще мы на трамвае не катались. Вот на чем надо будет попробовать. Это прокатиться на трамвае. Так, мы прямо. Поэтому подтапливаем чутка. И вот здесь уже можно подсбавить, потому что идем вперед на расписание. А, кстати, смотрите, что заметил. Бабло лаве. Вот приколисты, а. Так, немножко придется мотнуть. Просто наслаждаюсь этими звуками. Особенно, когда газ отпускаешь. Комсомольская. Да что с этими бордюрами-то сегодня, а? Бляха, вот до этого проехал маршрут. Вот вообще ни разу не налетел. Как на видео, так начинается. Бордюры. И трафик начинает тупить. То пассажиры начинают тупить. То игра начинает виснуть. Вот. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит? Вечно это проблема. Блин, опять вперед расписание прилетели еще. На что вообще рассчитано это расписание? Блин, на то, что я тут буду билеты выдавать со сдачи? Или на то, что я буду на черепахе сегодня рейсы делать?
Вот мне не понять этого никогда. Как мы здесь будем поворачивать, у меня вопрос. Да не пищи ты там, давай. Нравится. Так. Ну, как говорится, с Богом. Да пошел ты в жопу. Пошел и ты туда. Надоел. Так, всем стоять. Тихо, тихо, тихо. Нормально, нормально. Прошли. Депутатская улица. Ладно, ничего, нормально, нормально. А вот здесь в расписание пришли. Ну, потому что на красном стояли. Вот и все, вот так просто стоять, курить. Да ладно, я без записи могу спокойно себе постоять. Но на запись же начнется. Различные комментарии различного характера. А то какой я плохой. Ну, в общем, не совсем просто на нем кататься. Это не какой-нибудь пазик там или лиаз. То есть все куда сложнее, и плюс он так еще настроен. Не очень удобно. Приходится миллион кнопок нажимать. Но это же троллейбус все-таки. Оно и правильно. Оно и как бы и круто, то, что у тебя какие-то есть движения, помимо того, что просто подъехал, открыл двери, отъехал. И надо всякие там, блин, кнопки нажимать. Выжимать. Наверное, звук гармошки был такой. Треском. Так, давай, зеленый наш или нет? Да лучше бы красный, чтобы нам вперед маршрута не прилететь. Так, направо, да? Так это конечные, пацаны, нифига себе. Ну что, подводим итоги. В принципе, все играбельно, да, как я и сказал. Ссылочки все в описании. Вам всем спасибо за просмотр. И также смотрите остальные видео по OMC 2. Видео по Евротраку и приходите на наши прямые трансляции, потриндим в конце концов. Собственно, вступаем в группу ВКонтакте, там делимся скриншотами, задаем вопросы и все остальное прочее. Все там, буду рад вас там видеть, и также рад буду вас видеть на трансляции. Так что всем огромной удачи, всем счастливо и покеда. Who I truly am, I heard them say I'm destined for greatness, so let me prove it then. The clock is ticking, I stopped giving fucks a year ago. I think I murdered way too many beats.